Я избитая, вся в синяках. У меня и тут вот было на этот. Здесь у меня аж, видите, аж синее пошло. Это он как вот так хляпнул, вот это все. Это... Здесь это уже за 4 дня зажило. Здесь у меня синее, не знаю, будет видно уже синее. Ну, так, в принципе, на лице, я не знаю, будет видно. Нет. У меня сыну 15 лет. Он говорит, мам, ну куда? Ну, что ты ждешь, пока он тебя убьет или пока у нас там? Ну, что ты ждешь? У меня просто, у меня есть очень большая подтримка, это мой сын. И начал меня бить, и мой сын даже присутствовал в этом конфликте. У меня дочка кричит, маму убивают. Надо было задуматься, наверное, мне. Повернення військовополонених осіб, цивільних осіб з полону, змінюється у них формат спілкування в сім'ї. Це і дуже тяжке матеріальне фінансове становище переселенців, вимушених переселенців. Це також безробіття. Все це є чинником підвищення випадків, збільшення випадків домашнього насильства, які вчиняються в сім'ї. Если бы Россия не зашла, не было бы этого ничего, мы бы все жили, у нас все было хорошо, и работа, и все было хорошо.